Это побег со съемочной площадки. На кадрах мужчина спешно покидает здание кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице в Москве. Беглец не актер, не статист и вообще не участник съемочной группы. Но тоже не обделен талантами. Правда, лишь криминальными. На эту территорию мужчина сумел попасть в обход охраны и чувствовал себя там, как дома. Быстро освоился и начал искать, чем ему поживиться. Прошелся по коридорам, подергал за ручки дверей и, как в кино, одна оказалась открытой. Это была гримерка Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Там, незадолго до визита незваного гостя, они оставили свои вещи. Злоумышленник увидел мобильные телефоны актеров, забрал их и скрылся. В полицию обратился Федор Бондарчук. Сообщение о краже поступило в полицию 28 августа. Было установлено, что злоумышленник проник в помещение, похитил два мобильных телефона, после чего скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей. Стражи порядка сразу же выехали на место, поговорили с сотрудниками кинокомплекса и отсмотрели кадры камеры видеонаблюдения. Злоумышленника быстро нашли и пригласили уже на другую съемочную площадку. В отделе полиции допрашивали перед видеокамерой. Но здесь он и впрямь почувствовал себя телезвездой и неохотно шел на контакт. То, что вы украли, вы успели реализовать? Я там, где написано все. Вам сложно ответить «да», «нет»? Не хочу отвечать. Не хотите отвечать. Да. Ваше право, хорошо. Телефоны артистам полицейские уже вернули. А в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Елена Бабаева, Петровка, 38.